Доброе утро, друзья. В эфире телеканала Astrakhan.ru «Баскетбол». Наши камеры установлены в спорткомплексе «Новое поколение», где сегодня проходят решающие матчи в турнире «Кубок 300-летия Астраханской губернии». И в игре за третье место встречаются команды Знаменска и Блик из Красного Яра. Знаменск в зеленой форме, Блик в оранжевой. Стартовала первая четверть этой встречи, и команда из Знаменска набирает свои первые очки. Четыре команды участвовали в турнире, ну и получилось так, что и Знаменск свои дали по два поражения у этих команд. Сегодня они оспаривают третье место, но в поединке за первое будут играть хозяин турнира «Астра» и команда «Орлан» из Симферополя. Эта встреча начнется чуть позже, по завершении этого поединка. В футболе, как ничьих не бывает, в этом случае будет идти игра до победы, но если считать разницу заброшенных пропущенных мячей, гипотетически, то Знаменск чуть выше находится, у команды лучше разница забитых и пропущенных мячей. Итак, штрафные. Первый штрафной забит. Счет уже 5-0 в пользу Знаменска. Второй штрафной. Тоже мяч проваливается в корзину. Знаменск начинает уверенно. Олег Баринов тренирует эту команду. И Артур Рахимберский, наставник Яра. Ну и давайте о составах команд, о том, кто сейчас находится на площадке. Команда в оранжевой форме атакует. Виктория Перепечкина под 9-м номером действует. Под 12-м Альбина Бастанова. Пыталась сейчас атаковать Екатерину Пали. Ее бросок накрыли. Ну, атака продолжается Блика. Ну и вот первые очки берет команда из Красного Яра. Счет становится 6-2. В атаке Знаменск. Проход под щит. И неточный бросок. Атаковала Ева Гаврилова. Судейская бригада, отец и сын Рязанцева обслуживают этот матч, Алексей и Евгений. Судьи дают штрафные. А, нет, было нарушение, фол, но не пробивной. Атака Знаменска продолжается. Бросок из-под трехсекундной зоны, мяч не влетел в корзину. Прежний счет 6-2. И 2 очка Блик. 6-4 становится счет. Знаменск начинает свою атаку. Милан Нуриддинов под 10-м номером действует. Борьба под щитом и Блик. Еще одна контратака. Можно попадать. Еще 2 очка. Сыграли команды 3 минуты. Ну и вот у нас равновесие в игре восстановлено. 6-6. Ну и довольно жесткая тут была борьба. Альбина Бастанова вынуждена была уйти на замену. Вместо нее Татьяна Пустохайлова под 13-м номером. Ну и тайм-аут. Нужна врача Альбине Бастановой. Ну вот и пролилась у нас первая кровь в этом поединке за третье место. Пока равное начало, 6-6. У Блика сейчас в составе Юлия Перепечкина, Елизавета Глебова 5-й, Анна Жукова 6-й. Татьяна Пустохайлова 13-й. Возможно, наставник Блика сейчас сделает замену в составе. Одна замена вынуждена, и по-прежнему рядом с врачом находится Бастанова. Ну и Екатерина Паль, 8-й номер. Вот пятерка Блика сейчас на площадке. 6 минут 50 секунд до конца первой четверти. Знаменск вводит мяч в игру из-за боковой. Бросок со средней, мяч в корзину не провалился, но продолжается.
И снова перехват. И 2 очка Блик. 6-8. Анна Жукова отличилась. 6-й номер команды. Бегеева. Науретдинова. Бросок Гундаревой. И мяч в корзину не провалился. Но Блик за счет быстрых контратак продолжает набирать очки. Сейчас фол и штрафные. Первый штрафной. Точно. 6-9. Девятый очко подряд набирает Блик. И снова точно. Анна Жукова еще 2 очка приносит команде из Красного Яра. 6-10. И здесь пробежка. Снова Блик с мячом. Пока красноярские девушки вырвались вперед на 4 очка. И трешка! Это Екатерина Паль забивает. 3 очка. 6-13. У Блика 3 командных. У Знаменска 1. В этой четверти. Ну и подрастерялись знаменские баскетболистки после хорошего начала. Вот уже 13 очков подряд в пользу соперника. И за боковой. И опять потеря. Передача в трехсекундную зону. Не было броска, но сейчас можно атаковать. Атакует Жукова, промахивается. Ну и вот одна из редких контратак Знаменска. И промах, обидный промах из-под щита. Гаврилова не сумела поразить кольцо в выгодной ситуации. Мяч из аута вводит Блик. Жукова. Разыгрывающая команда берет на себя игру. Паль. Паль из-за периметра атакует, промахивается. Контрвыпад Знаменска. Ну и здесь 2 штрафных будет. 2 штрафных. Жукова. Персональное замечание. Гаврилова бьет штрафные. Первый забил. Ну вот долгое было молчание у Знаменска. И наконец мяч провалился в корзину. 7-13. И второй штрафной точно. 8-13. Потеря, и Знаменск имеет шанс увенчать контратаку броском. Но блокшот. Вот мы увидели блокшот в исполнении Виктории Перепечкиной. Атака Гундаревой, промах. Перепечкина. Паль. И ее обокрали. Наведении. Ну и Бегеева промахивается. Можно еще раз атаковать. И снова промах. Науретдинова. В выгодной ситуации промахнулась. Ну а Пальт трешку заряжает. Тоже мимо. Пустохайлова. Из угла делает передачу. Но мяч до Паль дошел. Проход. Сложная ситуация была для броска. И промах. Гаврилова. Науретдинова. Скидка. Далековато. И мяч даже душку не задел. Но атака Знаменска продолжается. Что арбитры? Да, фолы. Фолы. 2:45 до конца первого периода. Мария Гундрия бросает штрафные. Мимо первой.
Второй забил. 9-13. Теперь у Блика сухая серия. Команда уже пару минут не может поразить корзину соперника. Пустохайлова. Перепечкина. Паль из-за периметра бросает, промахивается. С мячом Блик. По-прежнему Альбина Бастанова не принимает участие в игре. Оказали ей вроде бы помощь, остановили кровотечение из носа, но пока она рядом с врачом находится. Здесь проход Анны Жуковой не завершается точным броском. Ответ Знаменска. 2 очка. 11-13. Как на качелях идет игра. То одни набирают очки, то другие. И подбор за Знаменском. И 2 очка. Ничья 13-13. Бегеева сравнивает счет. Ну что, когда Блик теперь, наконец, попадет в корзину? Так, здесь взять ворот незащитно. Пробежка. Ну, теперь Знаменск имеет шанс выйти вперед. Помним мы, что четверть началась с рывка этой команды 6-0. Потом 13 очков подряд набирает Блик. И теперь 7 Знаменск. Такие вот качели. Проход. Промах. Паль забрала подбор. И неточный пас прямо в руки Бегеевой. Гаврилова. Гундарева. Промах. Подбор за Знаменском. Последняя минута пошла. Ну и хороший шанс Гаврилова. Да, наверное, с фолом засчитают эти 2 очка. Да. 15-13 и еще штрафной. Снова выходит вперед дружина Олега Баринова. Ну и штрафной бросает бонусный штрафной Гаврилова. Нет, не забила сама. Забрала мяч на чужом щите. И 2 очка. 17-13. 11 очков подряд Знаменска. Женский баскетбол. Ну вот, 2. 2 очка Жуковой. 17-15. Гаврилова. Паль с нарушением правил прерывает проход соперника. И Гаврилова бросает 2 штрафных. У Блика уже 5 командных в этой четверти. Знаменск играет аккуратнее, в защите всего один. Промахнулась Гаврилова. Второй штрафной точно. В 18-15 счет. 20 секунд осталось до конца первого периода. Ну и перехват. Гаврилова бежит к чужому кольцу. И попадает. 20-15. Но есть время у Блика на ответную атаку. Бросок. Нет. Мяч в корзину не провалился. Ну и первый период позади. Пока на табло 18-15. Но 2 очка должны еще приплюсовать Знаменску. Таким образом, 20-15 после первого периода.
Да я не слышу тебя, позвони, блядь. Итак, друзья, второй период стартовал в матче между Знаменском и Бликом. Красноярские баскетболистки быстро провели атаку. Два очка заработали, но и атака Знаменская. Гундрева. Хороший бросок. 22-17. И неразбериха тут. В итоге мяч достался Жуковой. И та. Три показывают судьи. 22-20. Анна Жукова записывает свой актив в первую треху. Знаменские девушки с мячом. Проход Гавриловой. Два очка. Высокорослая спортсменка. Никто ее не смог помешать. Ева Гаврилова. 24-20. Со средний бросок. Подбор за Знаменском. Гундарева на Бегееву. Точная передача на Уреддинова. И здесь что? Здесь нет штрафа. Но атака Знаменска продолжается. А теперь свисток и... Судьи показывают фол. Ева Гаврилова бросает штрафные. Промахнулась первым броском. Второй точно. 25-20. Жукова. Паль. Заряжает из-за периметра и попадает в переднюю дужку. Подбор за Бликом. Перепечкина. И промах Пустохайловой. Гаврилова. Теряет мяч. Так, нужно выйти с своей половины. Успела. И здесь промах. Снова Гундрева забирает подбор, но долго искала адресата для передачи. Кому мяч? Блику. Паль. Индивидуальные действия. Бросок со средней. Мимо. И Гаврилова в контратаке. Два очка. 27-20. Паль. Глебова. Снова Паль атакует. Из-за дуги и попадает. 27-23. Екатерина Паль. Главный снайпер Блика. На многих соревнованиях. Но вот сейчас несколько трешек она уже забила. По-моему, две. Пустохайлова. Глебова. Жукова. Промах, но подбор за партнершей. Перепечкина. И два очка Пустохайловой. 27-25. Тайм-аут просит Олег Баринов, наставник Знаменска. Ну, наверное, после этой атаки. Гаврилова тут увлеклась дриблингом, но попала. 29-25. Судейский столик пока два очка Блику забыл приплюсовать. На самом деле счет 29-25, а не 29-23. Но сейчас, наверное, добавит. 6 минут осталось. Вот исправили. Бегеева. Довольно быстрая игра. Мало пауз. Так что у Бегеевой пробежка? Да. И тайм-аут. Тайм-аут 5 минут 43 секунды до конца второго периода.
Продолжается матч. Фол на Жуковой. У Знаменска второй команды в этом периоде. И два очка. 29-27. Бегеева. У Знаменска появилась Анастасия Сараева под 11 номером. Первый ее выход на площадку. Атакует из-за периметра Жукова, промахивается. Гаврилова. Паль выбивает у нее мяч. Аут. И два очка в исполнении Гундаревой. 31-25. Довольно открытая игра. Команда не особо усердствует в защите. Отсюда и такая результативность. Гаврилова. Кому оставила мяч? Гундаревой. Бегеева. Гаврилова. Два очка. 33-27. Защита, конечно, не на уровне. Сейчас знаменские баскетболистки под чужим щитом делали, что хотели. Перебрасывали мяч. Ну и сейчас. Сейчас свисток и... Гундаревой фол. Штрафные. Первый не забила. Промах Жуковой. Второй. И второй промах. Подбор сама забрала. Еще один. Но неточный бросок. Паль. Нуриддинова. Гаврилова. Нет, промахнулась. В первом периоде было много контратак со стороны Блика. Во втором ситуация поменялась. То ли подустали девушки из Красного Яра, то ли Знаменск не стал транжирить мячи. 33-27. Снова атакует из-за дуги. Паль промахивается. Ну и Гаврилова в контратаке. Два очка. 35-27. Паль опять мимо. Подбор забирает Сараева. Нуриддинова. Гундарева. Сараева. Неточный пас, перехват. Перепечкина. Ну и Жукова. Эх, промах, обидно. Ничто не мешало попасть. Ну а куда пас? Там сразу три игрока в оранжевой форме. Больше стало ошибок. Жукова. Из-за периметра опять мимо. Сбился прицел у всех. К концу второй четверти. Бегеева. Индивидуальный проход. И пробежка. Блик пытается дальними бросками сократить дистанцию. Но пока трешки не залетают. Редко залетают. Опять неточный пас, но здесь нарушение было. Фол. С мячом Знаменск. У Блика второй командный. Гундарева. Проход. Два очка. Габаритная спортсменка, но тем не менее довольно технично обращается с мячом. Как вы видели, сейчас довольно ловко ушла от соперницы и проатаковала. Плюс 10 в пользу Знаменска. Уже солидный отрыв. Хотя по такой игре его можно отыграть, конечно. Жукова. Паль.
Если полетят трехи, то дистанция будет сокращаться. Скидка. Виктория Перепечкина бросает. Две сестры Перепечкина. Ну и добавляет паль. 37-29. Юлия под четвертым номером играет. Виктория под девятым. Ну и вот Альбина Бастанова вернулась на скамейку запасных. Скоро, возможно, она выйдет на площадку. А пока Знаменск. Еще два очка в исполнении Гавриловой. 39-29. Снова 10 очков. Бегеевой персональное замечание. Четвертый командный у Знаменска. Если следующее будет нарушение, то штрафные. Так, это 3 очка. 39-32. Гаврилова промахнулась. 19,5 секунд до конца второго периода. Жукова. Поставили ей заслон. Юлия Перепечкина бросает, промахивается. Бегеева. Берет игру на себя. Одна секунда, бросок нужен. Никто не подсказывает, что истекает время. Заигрались девушки, ну и звучит сирена. 39-32 после второго периода.
Итак, друзья, Астрахань.ру и оператор связи Реал продолжают прямую трансляцию. Матч за третье место турнира Кубок 300-летия Астраханской губернии и баскетбол. Ну и давайте еще раз составы команд. Блик. Красный Яр. Четвертый номер — Юлия Перепечкина. Пятый — Елизавета Глебова. Шестой — Анна Жукова. Седьмой — Александра Ильина. Восьмой — Екатерина Паль. Девятый — Виктория Перепечкина. Десятый — Элина Бектемисова. Одиннадцатый — Наталья Пяткина. Двенадцатый — Альбина Бастанова. И тринадцатый — Татьяна Пустохайлова. Главный тренер команды — Артур Рахимбердиев. Знаменск. Четвертый — Бибигуль Бегеева. Пятый — Айшат Науреддинова. Шестой — Дарья Степаненко. Седьмой — Анна Каченова. Восьмой — Мария Гундарева. Девятый — Ева Гаврилова. Десятый — Милана Науреддинова. Одиннадцатый — Анастасия Сараева. Двенадцатый — Ирина Соплякова. И тринадцатый — Елена Прокопенко. Главный тренер команды — Олег Баринов. Третий отрезок встречи начинается у нас с рывка команды «Блик». 5 очков подряд за минуту с небольшим набирает эта команда. И счет уже 39-37. После второго периода счет был 39-32 в пользу Знаменска. Плюс 7. Сейчас лишь 2 очка осталось. Гундарева. Помощнее игроки Знаменска. Вот две девушки, Гундарева и Гаврилова, выделяются на фоне остальных. Под щитами, конечно, им полегче. Забирает мяч Гундарева. Бегеева. Одна в окружении троих. Промахивается. Поддержки не было. Пришлось самой брать игру на себя и атаковать. Жукова из-за дуги. Промах. И с мячом Знаменск. 8 минут осталось. 41-37. Бегеева. И Гундарева со средней. Точно. Хороший бросок у этой спортсменки. 43-37. Почти восстановил Знаменск свою фору, которую имел после двух периодов. Плюс 6 теперь. Но для баскетбола это почти ничего. Паль поставил заслон для Глебовой. И 3 очка. 43-40. Интересный матч мы смотрим, дорогие друзья. Пока непонятно, кому же достанется третье место. Бегеева. Почти без замен играет Знаменск. Ну, впрочем, соперники тоже. Мало кто со скамейки выходит. Жукова. Глебова. Паль. Со средней. Мимо. Подбор за Бликом. Продолжается атака. И снова не точно Юлия Перепечкина. Мяч вышел в аут. Атака команды из Красного Яра. Лишь 3 очка впереди Знаменск. И команда в зеленой форме будет в атаке. Бегеева. Гундарева. Гаврилова. Обидный промах. И фол. Фол игроку команды Знаменск. Еве Гавриловой. Глебова. Паль. Так. 3 штрафных будет бросать Екатерина Паль. Судя по всему, да. Показывает Алексей Рязанцев. 3 штрафных. Метила она 3-шку. Ну и соперницы свалили, мешая пробить дальний бросок. Паль может сравнять счет, если забьет все 3. Первая забила. 43-41. Второй тоже точно. 43-42. Нет. Третий промах, но подбор за Бликом. Жукова. Побыстрее сейчас играет Блик. Почти все подборы выигрывает. Такое ощущение, что больше сил у этой команды. Жукова промахнулась. Снова подбор за Бликом. И опять промах. Теперь Гаврилова. Забирает мяч. И Жуковый фол.
5 минут до конца этого отрезка встречи. Бегеева. Гундрева. Штрафные будут. Мария Гундрева бросает штрафные броски. Первый промах. Минимальный перевес Знаменска. Второй. Второй забило. 44-42. Жукова. Паль опять из-за периметра, но очень неточный бросок. Глебова добивала. Жукова. Бегеева и фолы. У Знаменска три командных и тайм-аут. 4 минуты 5 секунд до конца третьего периода. Продолжается матч. Лишь 2 очка в пользу Знаменска. Бегеева. Нужен пас. Правда, партнерши все закрыты. Бегеева берет игру на себя и будет бросать штрафные. Юлия Перепечкина нарушила правила. Первый мимо. У Знаменска 4 командных, у Блика 3. Второй провалился все-таки. 45-42. Проход Жуковой. И на ней фолят. Жукова бьет штрафные. Первый. Есть. 45-43. Второй тоже. 45-44. Минимальное отставание Блика. Промахнулась в выгодной ситуации Гаврилова. И у Блика шанс выйти вперед в этой контратаке. Да, получилось. 45-46. Снова меняется картина матча. Теперь уже девушки из Красного Яра впереди. На одно очко. Нуреддинова, Бегеева. Жукова. Юлия Перепечкина. И 2 очка Жукова. 45-48. Начинался период при счете 39-32. 16 очков набирает уже Блик в этом периоде. Паль из-за дуги. Промах. Подбор за Перепечкиной, но она заступила за лицевую. Две минуты. Две минуты до конца третьего периода. Гундрева.
И промахнулась. Ну, снайперы Блика, снайперы Знаменска начали мазать. И Гундарева, и Гаврилова. Невозможно все забивать. Блик с мячом. У Блика более равномерно расклад по набранным очкам. Хотя, конечно, тут все-таки выделяется несколько игроков. В частности, Екатерина Пали и Анна Жукова. Бегеева. Так, два очка считать после броска. Гундарева еще штрафной будет. Ну вот, может быть, восстановлено сейчас равновесие. Если Гундарева сумеет попасть в кольцо со штрафного. Нет, промахнулась. 47-48. Перепечкина. Теперь Перепечкина бросает два штрафных. У Знаменска 5 командных. У Блика 4. Минута 12 до конца периода. И замена у Знаменска. Устала Бегеева. Меняет ее Баринов. Выходит Айшат Наутретдинова. В обеих командах есть сестры. У Блика это Юлия Перепечкина и Виктория Перепечкина, 4 и 9 игровые номера. Ну а у Знаменска Айшат Наутретдинова и Милана Наутретдинова. Здесь пробежка. Этот период по всем статьям выигрывает Блик и приближается к завоеванию третьего места. Неточный бросок, но замешкалась Сараева, едва-едва не потеряла мяч. На табло 47-49. Минус 2 для Знаменска. Гундарева, 2 очка, ничья, 49-49. Пока второй период со счетом 10-17 у нас идет. Атакует издалека Жукова. Очень далеко было даже до периметра. Добрый метр. Может быть, поторопилась Жукова с броском. 20 секунд. Знаменск может все-таки завершить этот период в свою пользу. Полезла Гаврилова на бросок. Недоумевает. Считает, что был фол. Но слишком откровенно она там врезалась в соперниц. Жукова промахнулась. Но, похоже, будет у нас ничья. Сараева. Бросок нужен. Время истекает. Бросать. Ничья. Ничья 49-49 после трех периодов. We'll be right back.
Так, друзья, четвертый период. 49-49, равный счет, все решится. Кто займет третье место именно в этой 10-минутке? Кто будет меньше ошибаться, тот и победит. Жукова. Партнерши помогли. Глебова сумела мяч перехватить. Дальний бросок. Знаменск в атаке. У Знаменска Ирина Соплякова. Она в первых трех четвертях участия не принимала. Ну и вот Олег Баринов, несмотря на то, что решающий отрезок, меняет игроков. Из стартовой пятерки только двое. Это Гундрева и Гаврилова остались. Два стержневых игрока знаменской команды. Всех остальных баринов поменял по ходу игры. Сестры Наутриденовы сейчас на скамейке запасных. И Бегеева. Они начинали игру. Но пока никто не сумел набрать очки в этом периоде. Вот Айшат Наутриденова была с мячом. Аут. Сараева. Нашла под щитом Гундареву, но добавила Гаврилова. Если Гундареву промахивается, Гаврилова помогает. 51-49, Знаменск впереди. Жукова. Паль. Снова будет издалека бросать. Нет, проход. Со средней, с трудной дистанции промах. Со сложной позиции бросала. Но у Треденова пас на Соплякову. Сараева. Сама не бросает. Ищет своих высоких. Получает пас Гаврилова и будет бросать два штрафных. Да, вся игра, все завершения идет у Знаменска через либо Гундареву, либо Гаврилову. Неточный бросок. Первый штрафной мимо. Второй. И второй не забило. Юлия Перебечкина забрала подбор. Жукова. Мимо. Айшат Наутриденова. Соплякова. И опять ищет под щитом Гаврилову. Сама не бросает. Ну, это некая однобокость все-таки в атаке у Знаменска. Все эти попытки найти двух высоких. Другим игрокам тоже нужно смелее атаковать самим. Паль промахнулась. Сараева забирает подбор. Контратака Соплякова. Гаврилова. Пробежка. Да, ошибок много в четвертом периоде. Цена победы возрастает. Лишь два очка общими усилиями команды набрали. Период начинался при счете 49-49. Ну вот, блик, два очка. Жукова отличилась. 51-51. Наутриденова. И неточный пас. И промахивается. В очень выгодной позиции была Жукова. И, увы, поторопилась за броском. Наутриденова сама завершает. Мимо. Жесткий бросок. Фол Знаменску. Замена у этой команды. Милана Наутриденова вернулась в игру. Вместо Сопляковой. Ну и два очка блик. 51-53. Снова чаша весов качнулась в пользу команды из Красного Яра. Наутриденова теряет мяч. Ну и здесь тоже потеря.
А нет, мяч в игре остался. А знаменские баскетболистки выключились. Напрасно. Проход Жуковой, скидка и промах. Промах Юлии Перепечкиной. Гаврилова. Юлия Перепечкина фолит на ней. У Знаменска замена. Елена Прокопенко под 13-м номером вместо Айшат Наутретдиновой. Первый штрафной Гаврилова забивает. 52-51. Второй. Эх, нет, мяч в корзину не влетел, но Гаврилова сама на подборе. 2 очка. 54-53, да, вот исправили цифру на табло. Действительно, там у Блика 53 очка было. Опять Знаменск впереди. От Гундриевой мяч выходит за пределы площадки. 5 минут 42 секунды до конца. Жукова. Индивидуальный проход в исполнении Глебовой. Мяч покинул пределы площадки. Неточный был бросок. Да, интересная игра. Кто ж победит? Пока сложно сказать. Гундриева. Нет, Гаврилова. Хитро сыграла. Отскок от соперницы и с мячом Знаменск. Сараева. Проход. И потеря у Знаменска. Жукова. Глебова. Вновь Жукова. Нет, неточный бросок. Но и контратака у Знаменска не получилась. Подустала эта команда, видно. У Блика больше сил осталось. Более ровный состав. Но промахи из-под щита все портят. Сараева. Гаврилова. От кого? От кого мяч уходит? От игрока в зеленой форме. Соплякова возвращается в игру. Вместо Прокопенко. Блик в атаке. Очень мало забито в этом отрезке встречи. Ну вот, 2 очка. 54-55. Дальний бросок. Подбор за Гавриловой. И 2 очка. Так, Гаврилова там не совсем дисциплинированно сыграла. 56-55 откинула мяч после попадания. Чуть больше 3 минут до конца игры. Гундриевой персональное замечание. По 2 командных у тех и у других. Знаменск мяч перехватил. Наутретдинова, Милана. Нужно сделать передачу партнерше. И
Фалит Глебова. Сараева. Цеплякова. Гондарева промах. Гаврилова забирает подбор. И будет бить два штрафных. Ублика три. Так. Пятое персональное замечание у Екатерины Паль. Да, это потеря для этой команды. Кто выйдет вместо? Две с половиной минуты до конца. И еще один фол Блику. Какой это по счету? Не пятый ли? Да, пятый. Пятый командный, два штрафных. Тайм-аут. Тайм-аут, 2 минуты 25 секунд до конца. Итак, два штрафных бросает Милан на Утрединова. Первый мимо. Второй. Второй попало. 57-55. Два очка лишь перевес. Ну и вот у Блика Альбина Бастанова готова выйти на площадку. Опытный игрок. То сейчас. Ну и вот Бастанова на площадке. В первом периоде она получила небольшое повреждение. Была у нее кровь из носа. Но Пустахайлова уходит. Выходит Бастанова. Так. Что здесь? Здесь потеря у Блика на ровном месте. Знаменск мячом. Но неточный пас Гавриловой. Зря поторопились. Юлия Перепечкина берет игру на себя. И в итоге ей фол. Две минуты до конца матча. Ну или до конца четвертого периода. Может быть и овертайм у нас при равном счете. Сараева со средней. Промах. Перепечкина забирает подбор. Вторая часть встречи проходит гораздо менее результативно, чем первая, когда счет был 39-32 после двух периодов. Штрафные бросает Глебова. Первый забила. 57-56. Второй. Второй нет. И подбор. Подбор за Знаменском. Но главное сейчас не ошибаться. С передачами. На Утрединова. Загнали ее в угол, вынудили ошибиться. У Знаменска мяч. Цеплякова, Сараева.
Вновь Соплякова со средней. Попала! Попала. 59-56. Ну, Блику нужно сейчас 3 очка забивать, а может быть и с фолом. 2, но с фолом. Так, фол есть. Кстати, у Знаменска 5 командных, так что будет биться. Бросает Глебова 2. Первый мимо. Второй. Второй забил. 59-57. 2 очка. Перевес Знаменска. Играть 1 минуту. Ну и, скорее всего, у Блика будут еще 2 атаки. У Знаменска 1. Едва Знаменск не потерял мяч. И здесь Жуковый персональная. Так, у Жуковой 5 персональных замечаний. Еще одного игрока теряет Блик. Вслед за Паль. Жукова досрочно покидает игру. Ну а Сараева бросает 2 штрафных. 51,5 секунда. Сейчас, если 2 забьет, наверное, Знаменск эту встречу выиграет. Но промах первый. Нужно забить хоть 1. Нет, и второй не сумело забить. Но Знаменск выиграл подбор. Гаврилова атакует. Юлия Перепечкина с мячом. Ну, будет ли бросок? Бросок. 2 очка. Ничья. 59-59. Ну и Знаменск теряет мяч. 30 секунд осталось. Проход. У Знаменска мяч. Ну и Блик будет владеть мячом. Спорный был мяч. Пять секунд до конца. Тайм-аут. Итак, мяч у Блика, и сейчас нужен точный бросок. Иначе будет овертайм. Юлия Перепечкина, Бастанова. Так, свисток, Знаменск с мячом. 14 секунд. И тайм-аут берет тренер Знаменска Олег Баринов. Итак, друзья, матч за 3-е место. Кубок 300-летия Астраханской губернии. 14 секунд до конца. Знаменск в атаке. И сейчас в случае точного броска эта команда выиграет 3-е место. Если нет, то может быть и дополнительное время. Так. Соплякова. Так, и... И что?
Знаменск бросает штрафные. Знаменск бросает штрафные за 10 секунд. Гундарева на линии штрафных бросков. Нужно забить хотя бы один и потом отобороняться. Первый мимо. Второй. Второй забило. 60-59. Знаменск радуется, как будто выиграл. Но у Блика есть еще время на атаку. Бросок дальний. Мимо. Подбор. Подбор за Гундаревой. 2 секунды осталось. Спорный мяч там, похоже. Нет, у Знаменска будет мяч. У Знаменска будет мяч за 2 секунды. И снова тайм-аут. Итак, Знаменск вводит мяч в игру. Блик сейчас будет прессинговать, конечно же, попытки отобрать мяч и успеть бросить. Но всякое может быть. Все, звучит сирена. Знаменск одержал победу со счетом 60-59. Поздравляем эту команду с выигрышем 3-го места на Кубке Астраханской губернии. Ну а в 11:30 у нас финальный матч, в котором встретится команда «Орлан» из Симферополя и «Астра» из Астрахани. Комментировал Ренат Аминов. До встречи в эфире. Хорошо, что мы собираемся все вместе, играем, испытываем свои возможности. Сегодня пытались играть, выиграть, но не получилось, какие-то недочеты. Но все же мы очень рады, что сюда приехали. У нас есть какая-то возможность хоть поиграть с такими командами, тем более Симферополь приехал. Мы рады на них посмотреть, они покажут мастер-класс. Может, мы где-то научимся, какие-то посмотрим на них, ну, на их трюки и так далее.
замечательный турнир, много эмоций и потрясающая обстановка. Ну а матч было сложно, но мы собрались. Эта команда достойна.